Так, всем привет. Снимаем вход в дилерское меню машины Kia Mahav 21 модельного года, сборка РФ. Заводим мотор, как всегда. Не обращаем внимания на пики сигналки. Так, у меня включено радио FM. Видно, да? Так, значит, нажимаем на сетап. Общее. Значит, никуда дальше не заходим. Ставим громкость на 7. Нажимаем правую кнопку мультимедиа системы. Громкость на 3. И опять правую кнопку. И громкость на 1. Опять правую кнопку. Появляется вот такой экранчик. Дилер режим. Введите номер пароля. Ну, в моем случае срабатывает 2603. Так, нет, не срабатывает. Попробуем 2702. Тоже не срабатывает. Так. Вспоминаем, что я там набирал в прошлый раз. А, 2400. О! Пожалуйста. Нажимаем ОК. Проходим дальше. Тут что-то диагностическое, не очень понятно чего. Радио. FM, AM. Что там в FM? Не очень понятно, что. Медиа. Wi-Fi. Состояние, статус, окей. Ну, в общем, не очень понятно, что там можно ловить. Короче, если что-нибудь найдете интересное, пишите в комментарии. Пока!